20 сентября всем знакам зодиака рекомендуется заниматься привычными делами и уделять время тишине и одиночеству. Овны, войти в рабочий ритм с утра вам будет нелегко. Начните с легкой работы, приятных разговоров с коллегами. Все важное назначайте на послеобеденное время. Откажитесь от рискованных действий. Близкие друзья помогут вам в сложных ситуациях, не бойтесь обращаться к ним за помощью. Тельцы, новым днем звезды рекомендуют вам отвлечься от рабочих проблем и больше внимания уделить близким людям, родственникам и друзьям. Созвонитесь, навестите тех, с кем вы давно не виделись, проявите заботу. Есть вероятность получения каких-то важных и неожиданных новостей на работе. Близнецы, у вас накопились мелкие рутинные или неприятные дела, которые больше не могут ждать. Сделайте усилия и закончите их, чтобы больше не отвлекаться. Полезно проявлять настойчивость, решительно добиваться своего, но избегайте давления на собеседников, проявляйте вежливость. Раки, у вас начинается подходящее время для исправления старых ошибок, для проверки сделанной работы. Не поленитесь вернуться к сделанному еще раз, чтобы быть уверенными в результате. Возможно, вы 20 сентября будете слишком чувствительными, начнете испытывать тревожность или неуверенность в себе. Львы, в приоритете у вас будут финансовые вопросы, вам захочется потратить крупную сумму на удовольствие или сделать дорогостоящую покупку. Звезды рекомендуют быть экономнее, отложить средства на будущее. Какой-то прошлый вопрос вновь вернется в вашу жизнь и потребует решения. Девы, принятые вами 20 сентября решения окажут влияние на дальнейшие события, поэтому отнеситесь к ним очень ответственно. Также вам необходимо будет исправлять ошибки, допущенные ранее, возвращаться к старым делам. Нечаянно сказанное резкое слово может испортить отношения. Весы. Звезды советуют вам ограничить контакты с коллегами, общаться только на рабочие темы. Вам легко начать ссору, обидеть близкого человека, так что контролируйте свои слова. Если ваши отношения уже напряжены, лучше побыть отдельно друг от друга в этот день. Ситуация скоро поменяется. Скорпиона вас ждет удачный день, когда вы услышите какие-то приятные новости, получите нужную информацию. При знакомствах прислушивайтесь к своей интуиции, выбирайте собеседников с осторожностью. Возможно, выгодное предложение, приглашение в необычное место. Стрельцы, у вас впереди важный день. То, что вы получите 20 сентября, будет результатом ваших прошлых решений. При необходимости исправляйте допущенные ошибки, меняйте направление своей деятельности. Можно избавиться от всего, что тянет назад, или получить то, на что даже не рассчитывали. Козероги, займитесь укреплением своего профессионального положения. Полезно поговорить с деловыми партнерами, с коллегами, обсудить интересующие вас перспективы. В любых делах стремитесь к наилучшему результату, не соглашайтесь на меньшее. Водолеи, велика вероятность, что перед вами откроются новые удачные возможности и перспективы развития. Не принимайте скоропалительных решений, возьмите паузу на обдумывание. Выделите время на помощь близким, постарайтесь поддержать их или подбодрить в сложной ситуации. Рыбы. Вам важно найти себе в компании увлеченных и оптимистичных людей. Разговоры с ними вдохновят на что-то необычное, укрепят вашу уверенность. Избегайте спешки, принимайте все решения после тщательного обдумывания. Сохраняйте позитивный настрой в течение всего дня. День 20 сентября у всех знаков зодиака отлично подходит для планирования и стратегического выбора. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы поразмышлять о будущем и распланировать дальнейшую жизнь. Звезды знают, что говорить.